Региональный социальный проект «Вдох жизни» вновь поддержали студенты Сибирского государственного университета физкультуры и спорта. На территории Омской крепости они раздали брошюры с комплексом дыхательных упражнений, воздушные шарики и сувениры. Наш университет принимает участие в проекте «Вдох жизни», который реализуется Министерством спорта Омской области. Разработан в рамках этого проекта комплекс дыхательной гимнастики, который можно применять при реабилитации после COVID-19. Но упражнения несложные и подобраны с таким расчетом, что их может выполнять любой желающий в качестве утренней гигиенической гимнастики, а не только в процессе реабилитации. Волонтеры акции напомнили прохожим, как можно легко и просто с помощью надувания воздушного шарика и выполнения несложных дыхательных упражнений укрепить легкие. Ну вот вам сегодня дали брошюры с упражнениями. Будете делать? Ну попробуем, а как же. Вот два гаврика катаются, будем тренировать. Сувениры и памятки проекта «Вдох жизни» также раздали студентам омских вузов и СУЗов, которые стали участниками Всероссийской спортивной студенческой ночи. Кроме того, волонтеры проекта «Вдох жизни» провели для студентов дыхательную гимнастику на свежем воздухе. Не забываем обязательно правильно дышать. Делаем вдох через нос и выдох через рот. И выдох у нас более углубленный будет, дольше намного. Рукой руки. Выдыхаем. Выдыхаем. Вдох. Руки в сторону. Четыре. И последний раз. Раз, два, три.